Всем шалом, здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сергей. Сегодня приготовлю фаршированные сухофрукты с говяжьим фаршем. И у нас скоро Рош ха-Шана, так что это праздничное блюдо и очень подходит к столу. Итак, у нас курага, чернослив и финики. Говяжье мясо, можно и баранье фарш. Итак, мы приступим к фаршу. Для фарша у нас говяжий фарш, конечно же, лук, зелень. У меня здесь петрушка, мята. Вот так максимально мелко. Петрушка тоже максимально мелко. Такой маленький пучок петрушки. И немножко мяты. Сначала здесь черный перец, соль, растительное масло вообще немножко и корица. Немного корицы, что нам придал приятный аромат. Руками, конечно же, мы же дома. Отлично, фарш у нас готов. Итак, курага, черный слив и финик. Я вам покажу коротко, как я это делаю. Разрезаю наполовину, вытаскиваю косточку, также со вторым. Очень просто. Конечно же, я их помыл, все сухофрукты. Черный слив мы открываем, делаем небольшое углубление большим пальцем. Теперь у нас такая кастрюля, сковородка можно ее назвать. Мы сделаем красивую подушку. Подушка у нас будет из зелени. Кинза. И мята. Потрем целые такие большие. Так. Растительное масло. Отлично. Все, мы будем сейчас фаршировать и класть на нашу кастрюлю. Фаршируем.
немножко придавливаете. Вот так. Финики у нас закончились. Теперь мы перейдем к чернослива. Расставляйте как удобно, как вы любите. Как вам желание. Отлично. И последняя курага. Ребята, вот такая красота у нас уже вышла. Сейчас мы сделаем подливку небольшую, вкусную, сладкую. Итак, конечно же, у нас рошашана. Должно быть обязательно гранат. У нас здесь гранатовый сок, апельсин и мед. Делаем такую вещь. Нам нужен апельсиновый сок. Апельсиновый сок у нас готов. Гранатовый сок. Мед. Такие 2,5 ложки. Немножко соли. И растительное масло. Отлично. И это мы все пойдем сверху. Обязательно на каждый сухофрукт. Ребята, вот это так, не закрывая, заходит в духовку на 180 градусов примерно на 20-30 минут до готовности. Красота. 25 минут, 180 градусов. И с конвекцией. Такая красота у нас вышла. Украшать мы будем гранатом. И сверху мята. Итак, все, блюдо у нас готовое, очень красивое, праздничное, как раз у нас рошашана, очень подходит, сладкое, кислое, соленое, вот как нужно. Давайте попробуем. Идеально вкусно. Чернослив, гранат, курага. Угу. Очень вкусно. И сладкое, и соленое.
Как у нас уже тяне говорят, цуфадерах. Таим. Все, ребята, Рош ха-Шана самеах, с Новым годом всех, до свидания, литрот, я пошел кушать.